Куда вход? Нет, для себя только. Вы говорите, ваши туристы, вы еще чем-то занимаетесь? Я очень люблю туризм. То есть вы еще профессионально занимаетесь туризмом? Нет? Просто путешествуете сами? Это мое хобби. Здорово. А еще раз, скажите, пожалуйста, сколько вам лет? Мне через месяц исполнится 84. Здорово. И я безмерно рада, что я могу с вами вот так вот запросто поговорить и пообщаться, и получить от вас эту энергию. А что вас... Я, правда, слышала, все равно знаю, конечно, что вам нравится в работе в коралловом клубе. И есть ли жизнь, потому что вот я разговаривала с человеком, которому бывает вот 70, там еще что-то. Они говорят, все, уже возраст, я уже никому не нужен, там и так далее. Уже болячки, уже болезни, все это самое. И как бы вот идет негатив, к сожалению, у людей. Вы такой позитивный человек, расскажите ваш секрет. Видишь, какая вещь. Я всегда была позитивной. Это здорово. Я всегда была в окружении друзей. Я любила спорт. Я играла в большой теннис. Да. У меня была любовь к путешествиям. Я вошла, поскольку я давно живу, я прошла в своих туристических путешествиях, считай, по всему нашему СНГ. Это и Урал, и Крым, и Кавказ. И северные реки, потому что я еще и байдарочница. До сих пор? А? В молодости или до сих пор даже иногда? Я могу, конечно. У меня уже, так сказать, интересы изменились, потому что теперь я очень люблю ездить за границу. Да, и комфортно. И не то что отдыхать там, а путешествовать. Я очень люблю ездить также у нас, на север, в Соловки. Потому что я очень люблю Белое море. Я люблю ту природу. Вот. А вообще, большей частью я езжу по всем странам, по морским берегам. Очень люблю путешествовать с компанией. В мастерских каникулах это вообще у меня прекрасно. Была и на Дальнем Востоке, и во Владивостоке была. Да, кстати, в Китае была, в Пекине мы с Мариной Федоренко прошли по вот этой Великой Китайской стене, по самому верху. Так что вот у меня очень много в этом плане вот этого вот желания и даже страсти путешествия. И именно для этого, в общем-то, наверное, вы и строите свой бизнес вообще в коралловом клубе, нет? К бизнесу я подошла, потому что я потеряла свое здоровье. Я 40 лет в химии. Да. Я вообще-то химик по профессии. Это я знаю даже. А вы услышали сразу или когда у вас возникли проблемы? У меня есть Олечка Ануфриева. Я была заведующей лабораторией, и она была у меня молодым научным специалистом. Она пришла после Менделеевского института. И мы с ней очень были дружны. И когда наступил вот этот трудный момент, когда я заболела, я была практически не совсем обездвижена, но ограничена. Она меня нашла, она меня пригласила в коралловый клуб. И благодаря ей я вот все эти годы, я уже 18 лет в коралловом клубе в этом году, и она меня пригласила в коралловый клуб. И здесь я получила прекрасный результат. И этот результат позволил мне вернуться ко всем моим и спортивным интересам, и во всем остальным тоже. Поэтому для меня вот эта новая жизнь в течение 18 лет, вот то, что я сегодня сказала, это для меня постоянный путь к вершине моего состояния, моего удовольствия жить. И сейчас я пришла, конечно, поправить свое здоровье, но сегодня... На сегодняшний день, если Господь, что для тебя коралловый клуб, я просто отвечу, это просто я пришла, теперь я знаю, что я пришла в коралловый клуб, чтобы просто жить, продолжать свою любимую жизнь, получать удовольствие от путешествий, от окружения своих любимых друзей и близких, вместе преодолевать новые, так сказать, грани научного подхода к нашей оздоровительной системе. И просто радоваться жизни. Вот, пожалуй, все, что я могу сказать в свое оправдание. То есть вы настолько открытый человек, что когда к вам пришла ваша вот эта вот знакомая с предложением помощи, вы просто ей поверили и пошли. Да? Оле? Да.
У нас была с ней большая дружба. Uh-huh. И когда она мне сказала, когда она меня пригласила, не просто поверила, она мне сказала, нет, я отказалась, конечно. Я говорю, Олечка, моя уже, так сказать, активная жизнь закончена. Я уже, тебе спасибо тебе большое, но я уже не буду заниматься своим здоровьем. На что она мне сказала очень ласково, ну, Елена Павловна, ну, пожалуйста, ну, вы же меня любите. Вот на это я не могла ответить. И пошла. А когда я пришла и сделали мне, там, сначала увидела, ну, она меня привела на диагноз, ну, на тестирование. И когда врач сказала, что у меня очень тяжелые, так сказать, проблемы со здоровьем, и дала мне всякие там результаты, в результате дала назначение на предварительное, это самое, подготовку, я почему-то увидела, что это действительно очень серьезное медицинское обследование, не медицинское даже, но поскольку я тоже химик, я увидела там много. Я буквально на 2 секунды. Подожди. Я увидела много, что можно, да. Но стала сразу проводить коловаду. И получила шикарный результат. Прям сразу коловаду? Прямо сразу стала коловаду. Это ваше решение было? Это было мое личное решение. Получила результат. Это во сколько лет у вас было получилось? Это было в 66 лет. В 66 сегодня лет? Сегодня 84. Здорово. Дай Бог вам еще и долгих жизней. Я считаю, что коралловый клуб – это единственное место, которое по-настоящему настроено на восстановление и сохранение здоровья и активного долголетия. А тестирование – это на темнопольном микроскопе, да? Да. Все. Это то, что у нас делают. Да. Спасибо вам огромное. Всего-всего самого доброго. Желаю благодарю. Успеха. Спасибо.